Первым делом самолеты, но только не сегодня. Работники гражданской авиации отмечают профессиональный праздник. В Ульяновском институте гражданской авиации собралась вся небесная элита города, командиры экипажей и заслуженные работники отрасли. Будущие асы тоже надели парадную форму. Заметно, что курсанты хорошо подготовились к празднику. Сегодня российской авиации исполнилось 96 лет. Губернатор Сергей Морозов открыл торжественное мероприятие. Я имею честь от имени государственной власти нашей страны и государственной власти региона, от всех уровней власти, от лица всех своих и наших с вами земляков, теплосердечно поприветствовать и поздравить вас с этим праздником. Командир воздушного судна Владимир Болдин уже 10 лет обучает курсантов летному делу. В его профессиональной истории тысячи часов налета и бесконечное число выученных выпускников. Владимир Александрович напомнил, что этот праздник не только для летчиков. Этот праздник пилотов, техников и всего обслуживающего персонала, которые работают в рядах гражданской авиации. От Дмитрия Вавилина поступили не только поздравления, но и хорошие новости. В скором времени в Ульяновске появится прямой рейс в Китай. Лето текущего года мы открываем регулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом по направлению Китай. Компания Azur Air уже получила соответствующее одобрение и допуски к выполнению полетов от Российского агентства воздушного транспорта. Представители власти не ограничились торжественными речами и наградили выдающихся работников отрасли. 3 почетных грамоты, 8 нагрудных знаков и десяток благодарственных писем. Никто из ценных кадров не остался незамеченным. После официальной части начальники и политики уступили сцену артистам. Праздничный концерт стал ярким завершением мероприятия. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.